Христос воскресе! Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас с подворья келии святого праведного Павла Таганрогского. Решили с батюшками собраться, помолиться, обсудить на разные вопросы благочиния, его работы. Вот, ну, сначала, конечно, помолимся. Вот, помолитесь за нас и вы. Всем нам нужна помощь Божья, его руководство. Вот, просим молитв святого праведного Павла Таганрогского и молитв Пресвятой Богородицы. Христос воскресе, друзья мои! Поздравляю вас с днем, с праздником в честь иконы «Живоносный источник».